Добрый день, вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Медведев дал 500 миллиардов на строительство дорог. Левобережную развязку президентского моста достроит. Турслет объединил граждан старшего поколения Ульяновской области. Необыкновенный пиратский концерт для детей и их родителей прошел в поселке Мостовая. Тяжелые уборочные, как в Ульяновской области убирают хлеб с полей. Левобережная развязка президентского моста с коротким выездом на верхнюю террасу будет достроена. Ульяновская область получила материальную поддержку от федерального центра. 8 августа Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Ульяновской области в этом году выделяется 500 миллиардов рублей для начала работ. Сегодня губернатор Сергей Морозов ознакомился с планами местных дорожников. Когда будут готовы путепроводы и подъездные пути? Подробности у Виктории Черковой. Президентский мост ожидают положительные перемены. Скоро к нему подведут новые подъездные пути. В Ульяновске планируется строительство магистрали с 4 полосами движения. На участке также расположится 4 путепровода. Также появится и кольцевая развязка на пересечении улиц Оренбургской и Врача Михайлова. Проект существует несколько лет. Как известно, с течением времени меняются правила и некоторые нормативы. Корректировка связана в связи с переходом таможенного регламента, технические требования таможенного регламента по дорогам. Также изменились нормативы по экологии, ну и там некоторые вещи нормативные, которые, значит, проектировщики знают. Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Ульяновской области в этом году выделяется 500 миллиардов рублей для начала работ. Сегодня губернатор Ульяновской области ознакомился с проектом ремонтных работ. Прежде чем приступить к строительству путей, все манипуляции с грунтом и покрытием пройдут экспертизу. Полагается 28-го сдать в экспертизу все полностью уже проект. 22 раздела мы уже... 28 августа. Да, 28 августа. 22 раздела уже сдали, 11 разделов не требует изменений, потому что он соответствует. Ульяновские дорожники обещают приступить к работам в 2020 году. К 2022 дороги и путепроводы должны быть построены и введены в эксплуатацию. Виктория Черкова, новости Управда ТВ. Комфортная городская среда – не простые слова, а необходимость. Создание удобной и благоустроенной городской среды, максимально приспособленной для жизни горожан, выходит на первое место в работе муниципальных и региональных властей. Чтобы улучшить экологическое состояние городских территорий, в Ульяновске был объявлен месячник благоустройства. 30 дней областной центр усиленно будут приводить в порядок. Инициатором проведения стал губернатор Сергей Морозов после того, как лично проехал по районам города. В первую очередь проблемы обнажил ураганный ливень, который прошел 7 августа. Тогда выпала 1,5-месячная норма осадков. Все службы работали в усиленном режиме. Тем не менее, в Ульяновске было зафиксировано 48 протечек кровли, подтопление 24 подъездов, а местами временное отключение электроснабжения. Главе города было дано поручение в кратчайшие сроки устранить проблемы, а вместе с этим и начать работу по озеленению районов. Ленинский район должен быть вечно зеленым, вечно цветущим. Димитровград перенес непогоду куда хуже. Основные проблемные места – улицы Алтайская, Черемшанская, Свирская, Октябрьская, Дорогобыческая, проспект Автостроителей и переулок Речной. Вопрос был по ливневкам, и получается давняя история, то что она подтапливается, улица Алтайская. И, следовательно, с этим вопросом мы сейчас обратились к губернатору, к области, для того, чтобы были выделены дополнительные средства по устранению как раз этих ливневок, чтобы они работали в норме. Были приняты решения не только ликвидировать последствия стихии, но и начать работы по ремонту ливневок и кровель домов, спилу аварийных деревьев и обрезки веток. В течение следующей недели Сергей Морозов инспектировал качество проведенных благоустроительных работ в разных районах города. Всего в этом году благоустраивают 16 дворов по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. На эти цели из консолидированного бюджета предусмотрено 117 миллионов рублей. Основные работы – замена асфальта, ремонт освещения, установка урн и скамеек и озеленение. Глава региона также проконтролировал ход работ на территории новой строящейся школы в микрорайоне «Искра», а также заехал во двор на проспекте Нариманова, 89А. Однако не все так гладко. Некоторые участки в центре города нуждаются в пристальном внимании не только управляющих компаний, но и городской власти. К примеру, улица Верхнеполевая уже давно нуждается в капитальном ремонте. К нему приступят уже в следующем году. Хоть бы там, я не знаю, какую-то там лавочку здесь поставить, хоть бы они какие-то там бордюры покрасили. Ну, то есть чувствуется о том, что управляющая компания не работает, и собственники, наверное, не дружны. Ну, реально, такое вот какой-то есть. Есть правило, да. А это ведь центр.
От жителей дома номер 15 по улице Минаева поступило обращение установить детскую площадку. Губернатор идею поддержал и дал поручение привести участок в надлежащее состояние. Наиболее острые вопросы обсудил глава региона с жителями микрорайона Куликовка. Это состояние дорог, контейнерные площадки, строительство ливневой канализации. Жителям было предложено создать территориальное общественное самоуправление, с помощью чего они смогут получать поддержку из бюджета. Продолжаются работы в железнодорожном районе. По улице Кольцевая, 24, рабочие демонтировали старый бордюрный камень и установили новый. На незанятом участке близ дома Сергей Морозов предложил создать небольшую аллею, где могли бы собираться жители окрестных дворов. Осенью посадим здесь деревья. Хуже не будет, деревья точно никому не помешают. Ну иначе потом, я говорю, там, мы же потом сюда приедем разбираться. Либо начнут машинами заезжать сюда, либо еще что-то такое. Устройство бордюров, заездных карманов ведется на Пушкинской, 9. Планируется ремонт освещения с заменой опоры, светильников и установка лавочек и урн. По просьбе жителей губернатор заехал во двор Октябрьской, 39, уже в Засвияжском районе. Представители управляющей компании, профильного министерства и мэрии обошли территорию возле школы номер 8 и заглянули в соседние дворы. К мусорке подойдешь, одна грязь. Там тоже бывает такое. Я все говорю, вызвать бы вот комиссию, да сфотографировать, какая грязь бывает у мусорки. Во дворах начался ремонт асфальтового покрытия. Делают дорожку около школы, почистили ливневки, скосили траву, обрезали аварийные деревья и ветки. Впереди установка детских площадок. Обратили внимание и на территорию вдоль Волги. Парк Приморский, расположенный между пляжем и грузовым портом, пришел в запустение. В советское время парк состоял из нескольких ярусов, сохранились лестницы и асфальтовая дорожка. На данный момент проекты благоустройства парка решено возобновить. Прорабатывается концепция развития пляжной зоны. Предлагаем параллельно проложить как второй ход по парку, чтобы не по ветру иногда ходить, а внутри парка. В Заволжском районе проходит ремонт дворовой территории по адресу улица Врача Михайлова, 49. Сергей Морозов отметил, что представители администрации должны держать ремонт и благоустройство под своим контролем и напрямую общаться с жителями и управляющими компаниями. Благоустроительные работы продолжаются. Массовые субботники запланированы 24 августа, 7 и 21 сентября, 5 и 19 октября. Участвовать в уборке приглашают всех желающих. А тем временем сотрудники городских служб высадят деревья и кустарники, покрасят бордюры, отремонтируют скамейки и урны и контейнерные площадки. Работа находится под контролем лично губернатора. В полях области продолжается уборочная кампания. Зерновые и зернобобовые культуры убрали с площади в 310 тысяч гектаров. Это составляет почти 50% от поставленного на этот год плана. В полях области продолжается уборочная кампания. Зерновые и зернобобовые культуры убрали с площади в 310 тысяч гектаров. Это составляет почти 50% от поставленного на этот год плана. Страда проходит в трудных погодных условиях. Если прошлой осенью и весной в почве не хватало влаги, то летом, наоборот, было много. За конец июля, начало августа выпало практически втрое больше установленной нормы. То обильное количество осадков, которое нас с вами приостановило уборочную кампанию, сказывается также негативно, в первую очередь, конечно, это на качестве урожая, но и на том, что в ячменю, вот мы говорим, рожь у нас сейчас находится такой, все несколько ситуаций достаточно критичные, то есть он имеет свойство уже и осыпаться, поэтому активно сейчас сельхозтоваропроизводители все должны мобилизоваться. Есть и другая проблема. В этом году аграрии получили 1 миллиард 841 миллион рублей гектарных субсидий. Это на 637 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Однако рядом районов области не предоставлен отчет об их исполнении. Те деньги, которые были отданы на подготовку к весенним полевым работам и вообще в целом на подготовку там, и к уборочной кампании, вы не можете по ним отчитаться. Значит, они тогда подлежат изъятию. Из Ульяновской области изъятие у сельхозпроизводителей. В течение недели все необходимые отчеты должны быть представлены, иначе потраченные деньги придется возвращать в федеральный центр. Кроме того, губернатор поручил разработать стратегию развития сельского хозяйства области до 2035 года. Эта отрасль в настоящее время получает большое финансирование, которое будет только увеличиваться. Егор Ситов, Данил Сурков, новости Улправда ТВ. Коммунальные службы Ульяновской области продолжают подготовку к отопительному сезону. На данный момент готовность превышает плановые показатели. Теплоисточники муниципальных образований готовы на 90%.
Опережение графика составляет около 6%. Тем временем сотрудники Ульяновск-водоканала продолжают ремонтные работы в областном центре. На участке в районе Эспланады по улице Промышленной рабочие капитально ремонтируют участок трубопровода. Значит, первый этап ремонтных работ, значит, уже как бы у нас завершен. Он был выполнен методом санации. Значит, мы положили порядка 300 метров трубопровода. Еще около 100 метров уложено открытым способом, а 320 метров будут выполнены методом горизонтально-наклонного бурения. Новое асфальтовое покрытие в парке при ремонте не пострадает. Кроме этого, продолжается работа в муниципалитетах. Работы по установке новых теплоисточников ведутся в поселке Октябрьский Чердаклинского района и в рабочем поселке Старая Майна. Два новых объекта будут построены в Новоульяновске. Их ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ. Необыкновенный пиратский концерт для детей и их родителей прошел в поселке Мостовая. Как объяснили в ассоциации приемных семей, это один из этапов подготовки к фестивалю «Театральное Приволжье», финал которого состоится в ноябре. Веселый, познавательный и незабываемый праздник в пиратском стиле прошел среди жителей микрорайона Мостовая. Зажигательные танцы, песни, остроумные загадки, конфеты и арбузы – для ребят все это стало возможным благодаря Ассоциации приемных семей Ульяновской области и детско-юношескому центру номер 3, а также поддержке администрации города и Ассоциации ТОС. Радости ребятишек и их родителей не было предела. Танцевали даже 9-месячные малыши на руках у мам и в прогулочных колясках. Также на площадке вела работу психолог ассоциации по вопросам семьи. Мероприятие проводилось в рамках реализации социально ориентированного проекта «Театральный фестиваль. Ульяновск. Город равных возможностей» и фестиваля-конкурса «Мы вместе». Основной задачей данного мероприятия было выявление талантливых детей из числа приемных и опекаемых, а также приглашение их для участия в театральном фестивале Поволжского региона, который пройдет в ноябре. Как считают представители ассоциации приемных семей, именно на таких открытиях в открытых площадках можно увидеть все таланты детей. Следующее мероприятие по поиску талантливых и артистичных детей среди приемных семей и жителей города Ульяновска пройдет 15 сентября. Следите за анонсом. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ. Спорт сохраняет здоровье и продлевает жизнь. Это азбучная истина, но, к сожалению, не все ей следуют. Что нельзя сказать об участниках турслета для старшего поколения. В юбилейный пятый раз на него собрались более 400 ульяновцев из всех муниципальных образований области. Само же мероприятие прошло в Языково Корсунского района. Спорт сохраняет здоровье, продлевает жизнь. Это азбучная истина, но, к сожалению, не все ей следуют. Что нельзя сказать об участниках турслета для старшего поколения. В юбилейный пятый раз на него собрались более 400 ульяновцев из всех муниципальных образований области. Само же мероприятие прошло в Языково Корсунского района. В каждой команде по 10 человек. Женщины не моложе 55 лет. Мужчины не моложе 60 лет. Многие приезжают сюда уже не в первый раз. Александр Лобанов всю жизнь преподавал физкультуру в школе в селе Преслонихи. После выхода на пенсию он продолжает заниматься активным образом жизни. Я... Физкультурник, имею звание мастер спорта, ну и по сей день занимаюсь этим спортом, да, веду группу здоровья у себя Преслонихи. Да, это с нашими, как говорится, не 50, а 60+. А вот серебряный волонтер Валентина Язюкова из Чердакло в активной общественной жизни начала принимать участие после выхода на пенсию. Она бывает не только на турслетах, но и занимается социальными проектами. Готовится стать актрисой земского театра, который в скором времени откроется в ее родном рабочем поселке. Здесь такая аура, здесь так хорошо, здесь такой свежий воздух, такие люди, и дружные все друг другу. Вот даже мы не знаем же никого, но мы очень хорошо общаемся между собой. Ну, в общем, мне очень все нравится. В течение двух дней участники турслета выполняли нормы всероссийского конкурса ГТО, бегали в командной эстафете, выполняли индивидуальные зачеты по настольному теннису, соревновались в шахматах и шашках. Жили в полевых условиях и, конечно же, общались между собой. Приехал познакомиться с участниками турслета губернатор Сергей Морозов. Глава области призвал людей серебряного возраста активнее работать с молодым поколением ульяновцев и, собственно, примером показывать ценность здорового образа жизни и воспитания детей. Кто, если не вы, объяснит нашим детям о том, что рождение ребенка – это не путь к бедности. Что рождение ребенка – это не черта или крест на карьере. Да ничего подобного. У вас, наверное, у всех есть дети. Ту-ту-ту, дай бог, внуки и правнуки даже, может быть. И никто ведь не отказался от своей карьеры.
Было трудно, но зато сейчас хорошо. По итогам всех участников наградили дипломами и памятными подарками. Победу одержала команда Сенгилеевского района, которая отправится отдыхать в Феодосию. Вторыми стали цельнинцы, они поедут в Москву. Обладатели бронзы из Димитровграда наградили путевками в Йошкар-Олу. Егор Титов, Даниил Сурков, новости Управда ТВ. По информации Управления ЖКХ и благоустройства администрации города, с 10 утра 21 августа до 8 вечера 23 августа запланирована приостановка подачи бытового газа в микрорайоне «Опытное поле». Это связано с необходимостью замены газовой задвижки на 200-миллиметровом газопроводе высокого давления в районе торговой базы на проспекте ГАЭС-100. Ремонтные работы будут производиться силами филиала «Газпром» газораспределения «Ульяновск». В зону отключения попадут 11 многоквартирных и 429 частных домов. Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие сутки в регионе сохранится теплая погода. Завтра в Ульяновске ожидается температура 24 градуса по Цельсию, ветер северный 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням в 18:50. До завтра!